Всем привет! С вами Джози! Вы на канале Мисс Хорс! Всем привет, друзья! Сегодня 31 декабря 2019 год. И сегодня мы откроем с вами бумажные сюрпризы. Сегодня не только Джузи у нас, но и Зефирка. Я еще вам не показывала ее. Вот она. У нее высовывается язык. Я ее назвала Зефирка, потому что у нее такие вот цвета на ее шерстке. У нее есть тут желтый, розовый, ну, яркий, перламутровый. Она мне очень понравилась, и глаза у нее похожи, как с Джузи. Вот такие. Сегодня я хочу открыть все по два. Наряди елку по два. Собери тыкву последние два пакетика и предпоследние пакетики собери елку. И это тоже предпоследний. Я начну с вот такого. Вот он очень красивый. Первый слой. Второй слой. Смотрим, что у нас тут попалось. И тут вот такая вот голубая елка. Если, конечно, вы видите. Вот такая вот голубая. Открою я наряди елку. Смотрим, что же тут у нас. Вот такая. Вот такие вот шары нам попались. А теперь я открою «Собери тыкву». Последние пакетики. Под номером 5. Такие вот зубки, улыбка, ротик. Откроем еще наряди елку. Такой вот голубой олень с фиолетовыми рогами. Вот так выглядит. Тыква. Собери тыкву. Под номером 2 и под номером 2 это глаза. Теперь откроем. Собери елку. Предпоследний пакетик. Открылся он хорошо. Под номером 6 такая вот елка. Она у нас тоже голубого цвета. Сейчас это все мы приклеим. Как вы думаете, лучше вот так или вот так? Вот. Эта коллекция у нас не закончилась. Я, наверное, потеряла несколько пакетиков, но в следующем видео я постараюсь их найти. А пока вот так получилось у нас с тыквой.
вот так получилась следующая коллекция. У нас елка уже нарядная. И под низ тоже есть украшения. Первая елка, которая нам попалась, это под номером 1, а вторая под номером 6. Под номером 2 только нету. На второй странице уже все заполнено. Две елочки. 30-е мы дверку открыли, а теперь осталось только 31-е. Так, вот 31-е. Happy New Year. Написано 31, и это у нас вот такой вот Дедушка Мороз под номером 31. Я приклеила его прямо посерединке. Ну и все, вот и закончился наш адвент-календарь. Я думаю, у нас осталось только 2 пакетика. Почему их не открыть в этом году? Очень красивая елка попалась у нас. Вот такая вот красивая белая елка с розовыми шариками. Под номером 2. Коллекция «Наряди елку». Как бы открыть? Никак не хочется, не хочет открываться пакетик. Вот такой вот, похожий на глазик. Второй, очень красивый. Вот такой. И вот такой. Только я не знаю, как его вытащить. Вот. Он приклеился. И последний где-то тут. Вот. Последние самые красивые остались. Тут у нас, если видно, изображен, по-моему, домик, и там окошко и есть свет. Давайте приклеим. Вот наша полностью елка. Эта коллекция закончилась, и эта тоже коллекция закончилась. Этот каталог я вела 2018 год и 2019 год. И смотрите, какой он у меня стал. Он очень толстый. Такой пухленький. Но в 2020 году я буду вести уже этот каталог, который вам уже известен. А что тут у нас? Адвент-календарь. Вот и закончились все бумажные сюрпризы, но не бойтесь, я сделаю их новые. Ну, а кто досмотрел это видео до конца, подписывайтесь на канал. Желаю успехов в новом году, и чтобы у вас все получалось, и вы добивались своей цели. Спасибо огромное, что подписались на меня, я очень рада. И с Новым годом вас, или с наступающим.
Всем пока! С вами была мисс Хорс, Джузи и Зефирка.